Огромная россыпь сегодня участников, представителей крупнейших компаний на конференции X5 «Диалог». И прямо сейчас PepsiCo Holding у меня здесь практически в гостях. Добрый день. Не могу не спросить у вас про ваше сотрудничество с X5 Retail Group. Это каждый год это новое открытие, новые фокусы. В этом году больше фокус на онлайн, на диджитализацию. Вот, и вот как раз очень интересная информация про Чижик была, вот, в которой мы как раз будем и фокусировать свои, надеюсь, усилия. Вот, очень интересная конференция, очень интересные ораторы. Вот, и нам очень помогает для будущего строить свои взаимоотношения, свою коммерческую политику и вообще стратегию компании большой на рынке, да, FMCG, как PepsiCo. Расскажите секрет какой-то, что будет с Чижиком, что вы будете с ними делать, в каком ключе взаимодействовать? Я думаю, сильные бренды, они всегда выиграют и большую лояльность имеют у потребителя. Вот. Так, расскажите, чего вообще ждете от этой конференции? Я понимаю, что уже огромное количество информации на вас сегодня вот так обрушилось, скажем. А что будет дальше? Дальше будет только лучше. Это точно. Хотим узнать больше планов, коммерческих планов, в том числе сегодня. Нас, в принципе, поразили результаты, которыми поделились наши партнеры. Понравилась открытость конференции, да, когда сказали, каким образом мы будем сотрудничать в следующем году и даже на 5 лет вперед. То есть это очень здорово. Как Алина уже сказала, Чижик нас вдохновил, поразил. Возвращаясь, что мы будем делать, ну, наверное, будем искать, помимо сильных брендов, еще искать способы привнести вот эту вот готовую упаковку, shelf-ready packaging, про который сказали и так далее. То есть для нас это трансформация будет, как для компании, но мы к ней готовы. Мы хотим идти вместе с нашим партнером нога в ногу. Ну и подводя итоги прошедшего года, было ли какое-то основное достижение ваше в коллаборации с X5, о котором сегодня можно вспомнить? Вы знаете, у нас очередной шаг в развитии плодотворных отношений. Мы все ближе и ближе к друг другу, понимаем друг друга с полуслова. И я уверена, что вот мы получили так за прошлый год. Это оценка как раз взаимоотношений. Мы продвинулись вперед очень сильно. Спасибо огромное X5 и всей команде, которая работает для всей нации.